Так звучит самая большая страна. Город Якутск – один из самых северных городов нашей страны. В нем бывал. Там многоэтажки без фундамента, они находятся на столбах. Все это из-за вечной мерзлоты. Курск. А там часто была длительная остановка, и там на перроне торговали соленой рыбой, по-моему. Вот, и мы ее иногда покупали. Кемерово. Знаю, что там добывают уголь, и славен он людьми. У меня оттуда есть прекрасные знакомые друзья, такие душевные и стойкие духом люди. Вологда. Песня есть такая. Где ты, моя черноглазая, где? Вологде, где? Вологде, где? Анапа. Город-курорт. Недавно там отдыхала моя сестра. Ей очень понравилось. Я тоже планирую туда съездить. Буква А. Анадырь. Значит, в этот город когда-то меня приглашали служить в свое время. Но мне не повезло, а моим друзьям повезло. Некоторые туда уехали. Далекий-далекий север, хоть там и всегда холодно. Но там здорово, там хорошие люди. Там им было интересно, им все понравилось. Екатеринбург. Город, рядом с которым я родился. Очень красивый, необычный, с прекрасной природой. Геленджик. Ну вот все города ведут в одну сторону, к лету. Хочется лета, моря, солнца и вкусных свежих фруктов. Кыштовка. Это Новосибирская область. Медведи, тайга, охота, болото и так далее. Продолжайте с нами. Мы часть большой страны. 12 июня. День России.